права даже. Со счетом 30-28 на карточках двух судей. Также на карточках двух судей 29-28 и 30-27 победу единогласным решением одержал. Вагап, ну поделись эмоциями после победы. Был небольшой простой, я хотел себя проверить с хорошим соперником, опытным. Да, он базовый, он не базовый ударник, но все мы знаем его мощные удары, нокаутирующие. Поэтому риск был. Да, там больше плюсов было на моей стороне, конечно. Но я их на них акцент не делал, я работал как, ну, как надо было работать. Да. Положительные эмоции, рад победе, Ивану. Здоровья, надеюсь, мы с ним пересечемся. Клетки, но уже по другим правилам. Слушай, а вот когда ты понял, что, в принципе, ну, победа уже точно не за горами, вот потому что показалось, что в третьем раунде Иван Штырков уже, честно говоря, ну, на морально-волевых держался? Ну, так-то, на самом деле, я почувствовал его с первого раунда уже. Просто я же, ну, как говорил, мне давно не дрался. Ваня бьющий парень. Так расслабишь, он тоже может допустить. Пару раз просвистела она тоже, даже в третьем раунде. Поэтому работал я, кто меня знает, знает, что я работаю так. В долгую, так скажем. Не было такой уверенности до конца. Все было в своей колее, работал напряженный. Сам себя напрягал, чтобы не расслабиться. Я знаю, что ты просил изначально 5 раундов по 5 минут. Вот как думаешь, если бы такой формат был, дошел бы бой до решения? Я даже чем 3 раунда лучше дерусь 5, а чем 5 лучше дерусь 10. Я так боец старой школы, я разгоняюсь долго. Мне вот эти правила боксинга, ну, не очень. Правила близки, работа стойки, но формат для меня это чуть уже устарело, да. Ну, это больше любительская сегодня школа. Да, раньше были такие, вам я помню, 3 по 3, да. Ну, уже давно это, люди переросли этот регламент. Ну, я думаю, мы тоже к этому перейдем, да. Николай Клименко, давай, набирай раунды для нас. Будут бои еще зрелищные. Я вам скажу, бойцы, когда устали, будут набирать зрелищность, опасность, чем вот это. В первом раунде, может случайность произойти. Слабо может выиграть сильного. А класс показывается долгих поединках. Чтобы тебе полностью показать свой класс, сколько тебе нужно раундов? Ты же отцу сбоку не заходи, да. Так же не бывает. Я еще с клетки не вышел. Еще расскажи, а не это. Сколько тебе нужно раундов, чтобы полностью показать свой класс? Мне сутки нужны. Я сутки драться могу. Ну, минимум, так уже. Сутки, да. Это какой должен гонорар Клименко предложить, чтобы такой бой провести? 70% акции РСС. Минимум. Там еще бабки должны быть. Наличка плюс акции в бумагах и наличка. Ну, наличке я уступлю. Я в этот раз, в принципе, уступил. А, кстати, где я уступил, здесь меня поддержала наш Каспийский бизнес-центр во главе вот с Абдулой и Мухтаром. Под названием «Маранг». Чтобы Клименко тоже знал, Николай, то, что они, скажем, не додали, так грубо скажем, так с ним все четко. Додали вот эти ребята от себя. Они сказали, или давай додерись, да мы сделаем. Там концепт получился недопонимание. Ровно сколько дал Николай, он знает сумму. Ровно столько же сделали они. Так вам такой небольшой, как говорится, лайфхак, что ли. Да? Складывалось ощущение в первом раунде, что именно в боксерских сериях не так удобно работать было, как в ММА-перчатках. То есть вот как рука, словно, немножко не проскальзывала. На самом деле у меня больше боев. По ММА с любителями, если взять, боев 250, наверное, 300. Каза Кенцу, Панкратен, имеется в виду. Я больше, да, этот, плюс улица, молодость, школа, универ, студенты. Да, простите меня, если где-то дал кому-то в свое время. На маленьких перчатках мне легче. Да, в бокс надо отдельно готовиться. Было видно, что привычка, что ли, уже такая есть. То есть уже удар, да, а там да. Уже перчатка мешает пройти этому удару. Ну, и перчатки, и руки, вы видели, Ивана, руки. Рука... как моя нога у него. Поставить и его искать. Ну, причем бы зацепил его во втором раунде. Пусть это Ваня ответит. Слушай, а как думаешь, вот... Зацепил и не стал добивать так, ремарка. Слушай, а как думаешь, вот Штырков устал из-за высокого темпа или из-за того, что ты корпус ему отбивал? Это же наслаивается. Мы в принципе, так и планировали, что он задышит. Он дышит, но он бьет до конца. Бывают люди забьются и тянут. А он устанет, но он до конца опасен. У него кость как... Не помню, кто сказал, но ну, пусть будет, это Вагап сказал. Бьют не мышцы, бьют костями. Видно, кость тяжелая у него тоже. Бьющий парень, до последнего опасен.
не стоит его этот как-то списывать. Тем более в кенцах, когда мы будем драться, я подготовлюсь еще лучше. Ты в раздевалке перед боем поединок Хадиса Ибрагимова смотрел? Да, Хадиса смотрел потом. Я на мото смотрел. Хадиса смотрел первые два раунда. Да, он в первый раунд вымахался. Ругаться буду с ним сейчас. Вышел, отек чуть-чуть, не сделал нормальную тренировку. Надо было пропотеть. Это ко всем молодым поколениям такой совет. Нас учили в день боя на килограммы 3 пропотеть, тем более тяжеловес. А Хадис этого не делает и устает. Но я вам скажу, он выносливый парень. Просто он эту разминку не делает, поэтому не добирает немножко его в работе. Но Фомича мало кто верил, тебя он удивил? Фомича... Давайте пусть меня попробуют удивить пока один. Такой сделал небольшой закидом Николая. Фомич, что может, удивишь меня в этой же клетке по тем же правилам? А по правилам бокса с Фомичом? Полный вперед. Полный вперед. Это ближайшее будущее. Ты чуть-чуть хотя бы какой-то шум делай, когда ты заходишь. Ты резко начинаешь вот это. Я сейчас по центровой стану. Что в ближайшем будущем ждать? В ближайшем будущем... Начинаем строить свои частные объекты в городе Каспийск, в районе аэропорта, строительная фирма «Маранг». Я опять в ту сторону ушел, пацаны. А если все-таки по боям? Да, по боям ждем. Ждем, во-первых, бой за звание самого лучшего кикбоксера в России от Камила, да, по версии Камила, скажем. С Вовой Минеевым. Сейчас Вова, кстати, он приехал, он также находится на СВО. Как это... Надеюсь, все закончится в скором времени. Живой, здоровый вернется. И по кику можем сделать шум с ним. Ну, плюс еще противостояние с Ваней по ММА. Также можем это сделать. Можем совместно РСС и Fight Night. Я чемпион в той лиге еще. Если Ваня может, 93 гонять. А свой ближайший бой свяжешь больше с РСС или с какой-то другой организацией? Где-то вообще не парюсь. Есть предложение сегодня. С наше дело уже предложение. Есть разговоры от Камила и разговоры от Николая Клименко. Вот так, сейчас буквально 2 дня отдохну и услышу Армена, Гуляна, что там предлагает на кенцах бокс. Вот прямо сейчас какой бой твоей мечты? Это Фомич, это ваш Штырков? Я вообще никогда в жизни не мечтал о боях. Никогда в жизни не мечтал, это просто вот... Интересный вариант есть, выходил драться. Я не живу этим, и не мечтаю, и не желаю ребятам мечтать вообще об этом.